Вчера, когда ходили за шишками, на самом интересном месте, как всегда, у меня сел аккумулятор. Наша собака напугала тетерку, та улетела. И мы увидели гнездо с 9 яичками. Одно яичко уже проклевывалось. Вот, но мы запомнили место. Ушли, ходили, собирали дальше шишки. Часа два нас не было. Пришли, так маманька не вернулась на место к своим цыплятам. Не знаю, может быть, сильно так напугали, что она, может, пролетела, умерла. В общем, на место она не вернулась. Мы забрали яйца к себе. Забрали, положили в инкубатор. Вот у нас, получается, первый цыпленок, который уже вылуплялся там. Он умер. Ну, мы когда пришли забирать, там просто все яйцо было в муравьях. Видимо, муравьи его закусали. И вот, а остальные, вот 7 штучек у нас вылупилось. 7 штучек вылупилось. И одно еще яичко лежит в инкубаторе. Ждет своего часа. Поставили им водичку или комбикорм для цыплят. Так что будем сейчас выращивать тетерок. Тетеревов. Вот такие вот мелкие цыпки. Это вот у них скорлупки от яиц. Яйца по размеру, ну, примерно как от цесарок. Размер примерно такой. Сейчас целое яйцо. На нем еще даже нет наклева. Вот оно, целое яичко. Лежит у нас внизу. Надеюсь, скоро вылупится. Ну что, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Следите за дальнейшей судьбой тетеревов. Пока. И вот тетерочки из 9 яиц. 9 штук вылупилось. Но одного получается, ну, долго без матери был, когда вылупляться начал. Его муравьи закусали, и в результате он у нас здесь умер. И, может быть, у него еще было переохлаждение, то, что долго мама не прилетала. Вот остальные все 8, которые были не вылуплены, все вылупились. Вот этот вот последний с веревочкой. Среди тетерок тоже бывают вертолетики. Вот он последний вылупился, у него лапки были в разные стороны. Мы ему веревочку навязали, но вроде как нет-нет. Ходит с веревочкой. Сейчас пару денечков с веревочкой побудет и потом развяжет. Комбикорм они что-то как-то не очень едят. Но зато очень хорошо ловят мушек. Здесь вон мушки летают, они их ловят и едят. Вот такие вот тетерочки. Тетерева. Красивые птенчики. Посмотрим, что из них вырастет. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!